Алина Загитова и Евгения Медведева примут участие в шоу заслуженного тренера России по фигурному катанию Тамары Москвиной. Мероприятие состоится во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге 26 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга. Помимо Загитова и Медведевой, в показательных выступлениях примут участие Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Анастасия Мишина и Александр Галямов, Александр Байкова и Дмитрий Козловский, Александр Степанова и Иван Букин, а также Йоко Кавагути и Александр Смирнов. Ведущим программы будет двукратный олимпийский чемпион Максим Троньков. Болельщики с радостью встретили эту новость, о чем написали в социальных сетях. Хорошая новость. С удовольствием посмотрю шоу в честь уважаемой Тамары Николаевны Москвиной и с таким отличным составом. Рада буду видеть всех, а Алину в особенности. Тамара Николаевна Москвина – великий тренер. Ее ученики – это гордость советского, российского и мирового фигурного катания. Дай Бог ей здоровья. С нетерпением будем ждать показательных выступлений в честь юбилея Москвиной. Состав участников шоу действительно звездный. Титулованной собирается команда, чтобы поздравить Тамару Николаевну. Приветствую подобное шоу. Юбилярам приятно, зрителям интересно, а спортсмены получают знаки внимания и поощрения. Здоровья Тамаре Николаевне, славный и красивый жизненный путь у этой незаурядной женщины, писали болельщики.